Для посетителей, имеющих при себе билет на заезды королевских гонок, магазины «Мега-час», «Мэнбишен» и «Высшая лига» проводят акцию на определенной коллекции. Например, на одежду и обувь фирмы «Пума» с логотипом «Феррари». Уже сегодня зрители российского этапа «Формулы-1» смогли приобрести новые футболки, спортивные штаны, куртки и кроссовки с 15% скидкой. Не знали и очень приятно. Да, очень обрадовались всему, всем акциям. Всем привет! Москве привет! Интересные предложения. Выходные всем клиентам, вне зависимости от наличия билетов, предоставят развлекательные заведения, кафе и рестораны, расположенные в торговом центре «Сити Плаза». Для желающих поболеть за пилотов и перекусить будет приятно поправлен ценник на меню. А на всех экранах, установленных в комплексе, будет вестись прямая трансляция королевских гонок. Главный экран с мощным звуком появится в атриуме на втором этаже. Помимо этого, организаторы акции решили провести и тест-драйв автомобиля «Рено». Это едва ли не самый важный участник «Формулы-1», потому что действующий чемпион передвигается с помощью двигателей «Рено», самый большой поставщик для команд «Формулы-1», опять-таки «Рено». И здесь частичку вот того, что укрывается под вывеской «Формулы-1», тоже можно здесь будет ощутить, потому что буквально каждый автомобиль «Рено» несет в себе частичку технологий из королевских гонок. Все желающие смогут не только прокатиться по центральной улице Адлера на автомобиле, но и приобрести его по выгодной цене. Те, кто проведет тест-драйв, удивит нас знакомством с историей «Формулы-1», с компанией «Рено». Мы предоставим возможность приобрести и автомобиль, новый автомобиль «Рено» со скидкой. Все самое интересное и подробности расскажем уже непосредственно здесь, в воскресенье 12 октября. Клиенты «Сити Плаза» также смогут принять участие в тест-драйве на компьютере и попытать удачу в розыгрышах. Организаторы обещают, будет интересно. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.